Все здорово. Да. Так. Аня. Да. Я знаю, что ты Аня. Да, да. Меня зовут Аня. Да. Привет, кто за кадром. В общем, я начну говорить, потому что я на ретрите второй раз, ребята. Значит, первый раз я приехала. В общем, разница между ретритами у меня полгода. И я, конечно, я, знаете, вы здесь придете к себе, там, ощутите, там, что вы есть это, вселенная, все такое. Но я вот скажу чисто материально, ну, то есть, в чем это выражается. Значит, после первого ретрита, ну, как, я там получила ответы на все свои вопросы, но ты получил, а теперь ты должен, как бы, вот, это применить в жизни. И уже делать ты должен сам. Вот. Это первое, что сложно, как бы вот уйти с проторенной дорожки. И второе, то, что ну, меня как-то колбасило, то есть внутренняя такая, как это была перепрошивка тела, которую я вот, ну, ну ты просто понимаешь, что это перепрошивка, но внутри тебе тяжело. Как это выражалось? Что ты имеешь в виду? Ну, вот чувство какой-то тревоги, вот так вот, как бы какой-то мандража. Что, почему это? И тебя спрашивают, как ритм, я такая. То есть очень круто. Всем. А вот так вот тебя трясет. Ну, потому что, ну, Светуля с нами поработала и немножко там это подшаманила, перестроила нам. Ну так вот, смотрите. Ну, в общем, у меня сначала была тряска, а потом у меня исполнились мои желания. Ну, такие, не серии там, новая кофточка, а у меня, я себе нашла работу, зарплаты в два раза больше, чем у меня было. Это первый момент. И второй момент, у меня появились отношения, которые я не могла создать 3,5 года. Ну, или там 4. Ну, 3,5 точно. И такие отношения, которые вот я всегда... Ну, это не со мной, так не может быть. То есть вот чтобы человек там... Там, парень тебя спрашивал, а что ты чувствуешь, что думаешь, я стараюсь к тебе прислушиваться. Ну, и там, что ты хочешь, я хочу тебе что-то подарить. То есть для меня, ну, как бы череда вот каких-то мудаков, которая, ну, наложилась, естественно, отпечаток. Я такая, ну, в общем, я была на седьмом небе, это точно, от его слов, поступков и так далее. В общем, как я его нашла? То есть это я не то, что сидела в окопе 4 года эти. Я там Тиндер, понятно, все друзья, все сыновья маминых подруг, все сыновья коллег, то есть все, транспорт. Ну, то есть ко мне подходили все, но я такая, ну, либо я чувствовала, что ну не то, либо человек сам исчезал как-то, уходил по разным причинам, все это было. В общем, ну, под любым соусом не складывалось. А тут просто так он ВКонтакте написал, и как-то сразу все. Ну, вот с первого, вот он мне написал там, вы мне, ну, там, вы мне понравились, та-та-та, типа, я хотел бы с вами писать. Ну, он как-то так написал, что я вот сразу поняла, что это адекват. Причем он глубоко в эзотерических кругах, при этом очень адекватен, и при этом говорит вот абсолютно на моем языке. А как эта история, она связана именно вот с ретритом и с тем, что ты приезжаешь на ретриты? Как на ретрите? Ну, потому что тебе как бы тыкают носом. Ну, то есть это желание, которое исполнилось, да? Ты приходишь к себе на ретрит, и когда ты понимаешь, что ты хочешь не вот это вот, а вот это вот, а не черное ты хочешь, ну, условно, а белое. А ты такой думаешь, я хочу черное, потому что там вот это, а как же я вот это? То есть ты хочешь черное, мама сказала, и ты получаешь черное. Ну, не получаешь. Угу, ты не получаешь. А вселенная, вот я убедилась, у меня сейчас желания исполняются вот просто на, ну, как бы, я вот, ну, как бы, я такая, о, вот это красиво там, вот это я хочу, звенящее. Вот это, ну, я такая, вот это очень красиво. И все проходит, ты даже не успеваешь, как бы, вот, пройти процесс хотения. И такой, и вот, хоп, тебе вот сразу дарят какие-то. Ну так вот, в общем, про работу. И, в общем, эту работу, как бы, вот, как бы, она усугубила. То есть, все, я, как бы, деньги получила, и это. Но я поняла, что это все равно, как бы, не мое. И я приехала на ретрит во второй раз, ну, потому что подкопились еще вопросы там. Ну, потому что ты проходишь всякие там состояния, там, вот, ну, это можно говорить, там, видение. То есть, и у тебя...
то есть вот те вопросы, на которые я была на первом ретрите, то есть они ответились. И у меня открылся уже мир, который больше, который я не могла задать тех вопросов, когда была первый раз. Теперь больше. И вот как бы я такой себе подкопила и такая, вот, теперь надо ехать еще. И мне Света говорила по поводу работы и вот всей деятельности и денег на первом еще. Но я ее, ну не то что услышала, я это как бы, ну, буквы те же, все это, я это услышала, но я такая, да не. А теперь у меня произошли события, которые вернули меня к ее словам. Я поняла, что это истина. Ну, как бы, вот, да, это то, что это так и будет, это так я хочу, это вот моя жизнь. Но смелости на первом ретрите у меня тогда вообще не было, потому что, ну, не доросла. Ну, как бы была не готова. А теперь я стала готовой, и у меня теперь вообще такой скачок. Такой скачок. То есть я, скажем так, ну, абсолютно земную профессию бухгалтера я, в общем, на ретрите я написала заявление об увольнении. И, ну, в смысле, это, ну, как бы, вот. А до этого мне еще мой вот несказанный молодой человек сказал, что, типа, Аня, типа, ну, ты что, я буду тебя обеспечивать. Так что, девушки, бабоньки, кто устал пахать аки лошадь, приезжайте на ретрит. И вы, ну, сказать, что вы будете в кайфе, это ничего не сказать. Вот. И мужчины, которые спрашивают, где деньги, где мое предназначение, где я должен работать, тоже приезжайте. Сейчас поймете. В общем, у меня вот такие прям события в жизни. Ну, которые я могу описать, вот именно, которые я хочу поделиться и сказать, вот как это все происходит, вот, ну, что за что можно пощупать. А все остальное, скажем так, тонкий план, ну, он проклевывается. Он прям. Вот. Так что. Ань, расскажи еще про практики, пожалуйста. Вот, про практики? Да, которые были вот на этом ретрите, что было ярким, полезным, как это было для тебя? Практики. Ну, я не. Ребят, я не фанат практик. То есть я просто вот там, я там йогу, ну уже вот это было, но это не мое. То есть у меня вот работает хорошо, как этот, голод, ну не голод, да, чистые дни, скажем так, чистые или там на воде, ну в общем какой-то махинации с питанием у меня хорошо работает и бег. А вот медитации там это вот как-то, ну я могу поделать, но я не это. Вот, поэтому. То есть, если у кого-то с йогой не очень, да, это, вот это вообще не приговор, да, ребят, да? Да, да. Просто вот подбираются такие люди. То есть, ну, вот это как бы инструменты. Вот как бы разные инструменты. Йога, голодание, да, медитация, да, это инструменты. Тут важно, тут классные люди. Что Ирина, что Света. Ну, на Свету как бы я вообще фанат. Я ее фанат, number one fan. Вот, и это. И она моя родулечка. А Ирина меня, как, ну, я уже, ну как, не то, что ставилась, но я была на гвоздях, но она это еще раз, ну вот, я пошла еще раз. Давай то, отдельно вот она про этот момент расскажем. Смотри, ты была, получается, ходила по гвоздям, то есть, ты была, стояла. Ты была на практике гвоздестояния с, да, Ириной. Ирина как проводник, да, выступала? Да, вот, да. Расскажи просто про этот вот момент то, что отдельно. Она говорит, да. Не говорит тоже никто. И все остальное, это ты вот имеешь в виду вот то, как она вводит в практику, да? И то, как она тебя ведет во время практики. Ну да, вот если, да-да-да, это вот то, что я имела в виду. Просто, ну, это не попсовое, ребят. Все, что вот это вот как бы вы думали, в общем, тут глубина. Кто хочет соль земли, зерно знания и все такое, это здесь. Так жалко, что твои красивые ноги не уходят в кадр. А нет ничего невозможного. Да, да, да. Вот за это я тебя люблю. А, и что, я еще похудела, так что. Не, ну ты выглядишь вообще шикарно. Просто модель. Спасибо. Фитнес. Фитнес. Нет, все, в общем, будет. Ну, у меня уже настолько. У тебя уже все есть. В общем, если раньше, да, вот, как сказать. Вот понимаете, после первого ретрита я вот, как бы, у меня исполнилось желание, которое вот я, как бы, хотел, ну как, вот ты такой, ну вот, надо эту галочку получить, после которой
ты можешь прыгнуть в эту пропасть, которая вот света тебе, ну, видит, что как бы твою вот эту, ну, как суть, а для тебя это как шаг в пропасть. Ну, потому что это, ну, как, ну, правда, это, ну, самое верное вот мое метафорическое изложение, это вот как шаг в пропасть. А на втором ретрите я, во-первых, ну, там все равно как бы такой основы нет. Но у тебя выросли как бы эти крылья, силы появились. Ты такой, я все, я иду в новую жизнь, я в ней уже. Супер. Вот спасибо тебе за твои реализации, за все то, что ты проживаешь, и за то, что ты, ну, поделилась на камеру открыто для всех, для нас. Это, я думаю, очень важно. Да. Очень важно, в первую очередь, для тех людей, кто не знает Свету, кто... смотрят, возможно, видео и думают, поехать, не поехать. Да, не ссыте. Вы откладываете. Вы откладываете. Вообще, вы просто боитесь это, быть счастливыми. Это самое классное напутствие. Не ссы. Да, не ссы. Древнекитайское. Не ссы. Не ссы. А как? Не ссы, не ссы, не ссы. Короче, просто кидай все, покупай билеты и это... Я тут еще через полгода, ну не знаю, ну мне нужен, вот чтобы сейчас время, воплотить еще в жизнь, ну не время, мне просто, это не то, что мне нужно время там, чтобы переварить, у меня вот столько, вот я просто как-то с кучей подарков, и тебе вот надо все там, ну вот это все испробовать там, то, что тебе подарили покататься, намазаться там, ну вот, и все, объесться там, вот это, ну и вот мне это надо все воплотить, не хочется, и потом как бы у меня этот горизонт еще расширится, я еще приеду. Класс. Все, тогда до следующего ретрита. Однозначно. Спасибо. Да, спасибо большое.